Иван Иванович, вы выиграли, говорят. Нету пленации, они вообще не снимаются. Да-да. Меня не надо. Да, только что сейчас повезло. Только игрока, вот только супер игрока. Вот он, счастливый билет. Вот уже сколько получил. Сколько же вы выиграли? А вот 1250. Обратите внимание, сегодня 8 августа. И вот она, счастливая комбинация. 694 принесла удачу. За 180 рублей выиграл 1250. Иван Иванович, вот так надо играть и выигрывать. Это только доказывает то, что вы играете редко, но метко. Это точно. Поздравляю вас. Совершенно неожиданно вас было увидеть в этом. Все, давай, нас, желаю да. Всем удачи и выигрыша. Итак, Иван Иванович, все-таки вы их сделали очередной раз. Да. Да. Как вы смогли это сделать? Рассчитал, интуиция и победа в кармане. Желаю вам побед. 180 рублей и выигрыш? 1250. А фантастика. Вы играете редко. Но метко. Но метко. Почему? А потому что умная голова. И сегодня звездное небо. Без всяких осадков. Завтра. И, наверное, потому что они обманывают, и вы не играете, когда не уверены. Да. Что они не обманут. Да. Вы даже предугадываете их обман? Да. Да. А почему они обманывают? А потому что это лохотрон. А вы у них все равно выигрываете? А мы выигрываем. Почему? А потому что умные. И машину можно обыграть. Чего и желаю. Итак, Иван Иванович Кулебякин очередной раз обыграл генератор случайных чисел. И чтобы они не говорили сегодня... Какое у нас августа? 8 августа 2015 года Иван Иванович Кулебякин обыграл очередной раз лохотрон. Ну, они называют его генератор случайных чисел. Он его обыграл. Иван Иванович, поздравляем вас. Завтра будет обязательно солнечное воскресенье. Здоровья вам, мира и добра. Верьте в удачу, и она придет. Летаю в разные края.